Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником. Уважаемые товарищи, сегодня в России отмечается День войск Национальной гвардии. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Особо хочу отметить наших товарищей, которые несут службу на Донбассе и в Новороссии, в районах, расположенных в непосредственной близости от зоны боевых действий. Знаю, что вы сражаетесь бесстрашно, рискуя собой. Защищаете жизнь мирных граждан. Проводите смелые, дерзкие операции, уничтожаете вражеские диверсионные группы. Помогаете обеспечивать прикрытие государственной границы, надежную работу армейских коммуникаций и безопасность тыла наших частей и подразделений. Мы всегда будем помнить героев, павших в праведной борьбе за Россию, за будущее нашего народа. Уважаемые товарищи, в основе высокого авторитета Росгвардии – уважение людей, понимание того, как значима ваша профессия. Уверен, вы и впредь будете делать все, чтобы оправдать и укрепить это доверие обществу. Желаю вам новых успехов, всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником! С Днем войск Национальной гвардии России!